сел туда, все там, самолет. Какой самолет? Самолет, говорят, я не вижу, говорят, жопа торчит. Продолжаются вот эти страшные звуки, продолжаются вот эти хлопки ужасные. Огонь продолжается, приехала пожарная, приехала полиция, звуки страшные, я не знаю, что это такое. Мы позвонили маме, она живет в этом доме, только в другом крыле, у них вроде бы все нормально. Это из моего окна видно, это страшно, это просто страшно. Что это происходит, я не знаю, и все время вот эти звуки, как будто что-то взрывается. Взрывается и взрывается, это соседний дом, это город Ейск. Это третий микрорайон, рядом Магнит, рядом седьмая школа. Что происходит, я не могу понять вообще, из-за чего это. И стоит пожарка, они даже не подъезжают туда, потому что, наверное, думают, что это какая-то взрывчатка. Посмотрите, все время идут какие-то взрывы. Что это за взрывы? Откуда они? Что это было вообще? Непонятно. Я видела парашют. Может, это самолет наш упал? Может быть. ЧП есть. Это самолет упал. Самолет упал? Да. Ну я поняла, потому что парашют я видела. Не так там же, блядь, ракеты, ёб твою мать, там люди. Уже написали, да, что самолет? Да и какой? Кружит вот второй. Знаешь, самолет. Самолет, да, глупые. Там, а там пиропатроны у него. Я уже нахер, которая рядом дом пожила, от 9 этажей. Чего, они не боятся, что ли? Твою мать. Там же, блядь, снаряды у него. Где пожар? Там все едут уже. Там, ебать, девятиэтажка сгорела нахер. Мне кажется, в девятиэтажке горит свет. Да какой свет, он горит, девятиэтажка уже. Вся вон, все девять этажей. Это же Магнит.